Як-52, на котором летали пилоты до САФ, разбился субботним утром, менее чем в километре от поселка Октябрьский, в поле ячменя. Растительность скрыла остов самолета, однако его смогли быстро найти. Увы, оба члена экипажа погибли. На любительское видео попали последние секунды полета. Высший пилотаж в небе жители поселка Октябрьский наблюдают часто. Рядом находится аэродром «Бобровка». Оттуда и взлетал самолет до САФ. Что послужило причиной аварии, пока неизвестно. На видео видно лишь, что самолет попал в штопор. Пилотам не хватило времени, чтобы выровняться. В итоге машина жестко приземлилась плашмя, прямо в поле. И не оставила экипажу шансов выжить. На борту находились двое. Это 18-летний курсант Алексей Баранов и 56-летний инструктор Дмитрий Швайков. Последний – опытный пилот, стаж более 4000 часов полета. 4 года назад, после парада памяти в Самаре, ему удалось посадить самолет, у которого отказал двигатель, прямо на воды реки Татьянка. Однако в этот раз спасти экипаж и крылатую машину не удалось. В обстоятельствах случившегося будет разбираться военная прокуратура. Военной прокуратурой Центрального военного округа с привлечением военной прокуратуры Самарского гарнизона проводится надзорное мероприятие по исполнению законодательства о безопасности полетов. В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины данного авиапроисшествия, обстоятельства, которые способствовали его наступлению. По результатам будет принято процессуальное решение. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Мы продолжим следить за развитием событий. Кирилл Козин, Сергей Александров. Новости губернии.